Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас сижу, пью кофе и монтирую вот это видео недельной давности, в котором хочу показать вам, как я гуляла по городу, по нашему милому, чудесному городу. Это наша главная улица Дворцовая. Я люблю здесь бывать, но тогда, когда не жарко. Как видите, это время уже вечернее. Это уже после обеда, уже солнышко немножко присело. Но я даже не знаю, здесь, наверное, часиков 6 у меня. И вот я вам хочу показать в этом видео, куда я в тот день ходила. А ходила я на свою любимую аллейку. Есть такая аллея, и я там уже бывала. И вам я там, с вами вернее, я там уже бывала. И пойдемте вот так вот вдоль дороги. С одной стороны цивилизация, с другой стороны зелени много. Как раз так, как я люблю. И вперед. С собой что я взяла? А с собой я взяла, друзья, конфету и водичку. И вот с этим вот добром я пошла гулять по городу, чтобы прийти наконец-то в мою любимую аллею, и съесть там конфету с водичкой. И мы с вами это сделаем. Смотрите, сколько зелени. Как я люблю это место. Сейчас я сверну направо и буду там, где уже не раз бывала. Тот день, друзья, был достаточно жарким. Хотя солнышко было слегка затянуто такой, знаете, вуалью из облаков, что я очень люблю. Но жара мне совершенно не помешала. И, кстати, я так люблю, когда меняется погода. Вот сегодня, к примеру, у нас дождик идет. Я вам показала в самом начале у окошка. Я сижу с кофе, монтирую это видео. И у нас идет дождь. Я очень люблю, когда погода меняется. И ужасно не люблю жару. А вот моя любимая аллейка с этими скамеечками. Я здесь еще зимой в мороз гуляла. Мне так нравится. Я сейчас посижу вот на этой скамеечке. Такая уютная аллейка. Кто-то что-то написал. Пачкается или нет? А, нет, не пачкается. Вот такая хорошая скамеечка, вот такая аллейка. Классная. Мне так нравится это место. И вон там сквозь деревья, сквозь ветки деревьев просвечивает красный дом. Он мне тоже очень нравится. Мне вообще нравится вот это место. Как говорила моя знакомая, значит, это место твоей силы. Но не про это место она говорила конкретно, а про другое, которое я показывала и рассказывала, что мне там очень хорошо. Ну, присяду, подзаряжусь. В общем, у меня с собой есть конфетка. Конфетка и водичка. Я думаю, что мы с вами ее сейчас съедим, эту конфетку. Я реально. А кто любит конфеты, виртуально присоединяйтесь ко мне, мои дорогие. Вон мужчина с собачкой гуляет. Почему мне так нравится эта аллейка? Тут и фонари вон такие. Друзья, мне так нравится вот делать какие-то перекусы на природе, именно вот в таких, знаете, немножко удаленных местах, вот в такой безлюдной практически аллейке. Ну, не знаю, для меня это так романтично, для меня это так здорово, вот просто... Ну, как сказать по-простому, да, просто какой-то кайф. Или, как сейчас говорят,
Что ты поймала? Какой-то дзен или что-то такое, да? Я забыла, как называется это слово. В общем, я его тут ловлю, вот на таких вот немножко удаленных, хотя и шумных. Видите, тут рядом дорога, но людей здесь мало. Ну, тем более сегодня воскресенье. И вот мне нравится вот в таких местах, как я уже сказала, делать перекусы. Водичка и конфетка. Отметиться надо. Вот. И покажу вам сейчас новые сережки. Бижутерия. Посмотрите. Вот, они вообще, они стоят копейки. Вот, вот эти кубики на них крутятся. Мне сложно показать вам одной рукой, но поверьте, они крутятся, вот эти кубики. Вот, не знаю, по-моему, немножко получается у меня их покрутить вокруг своей оси. Вот такие классные вообще. Дешевенькие совершенно, 3 злотых. Ну, по уценке я их купила. Они стоили дороже, но уценили. Я их увидела, думаю, ну нет, я за такую цену их заберу. Я купила себе таких 2 пары. Вдруг какую-то потеряю, чтобы была на замену. Сейчас еще кое-что покажу, дополню. Дополняю, девочки. И вот еще вот таких 2. 2 сережки круглых и 2 вот таких вот капельки. Капельки-квадратики, капельки-кубики, капельки-кубики, вот, ой, такие хорошенькие, были такие серебристые, но мне захотелось именно золотистые, вот. Все-таки, девочки, бижутерия нам просто очень нужна, любительницам украшений. Вот она как-то разбавляет там более дорогие украшения, вносит какое-то разнообразие, в общем, как глоток свежего воздуха. Я за бижутерию. Вот такая пляшечка с водичкой и конфетка. Так здорово. Я с собой не взяла, правда, никакой чашечки. Ну, не хотелось ничего лишнего, хотелось налегке. Хорошо, что здесь людей мало ходит. А то бы подумали, что я водку пью. У них вот в таких вот маленьких бутылочках продается водка. Это, кстати, бутылочка из-под водки. Но только не подумайте ничего плохого. Она не выпита. Она использована... В общем, когда я болела гриппом, я дышала ею, вот. И, в общем, она использована в аптечных целях. Так, и сейчас, видите, я уже отпила сколько. И сейчас я съем конфетку. Ой, конфетки вкусные, шоколадные. Сейчас я ее разверну и покажу вам. И вот такая шоколадная конфетка. Кстати, первый раз я ее развернула полностью. Обычно я ее, завернув в обертку, съедаю. А знаете, она похожа на разрезанный пополам инжир. Такая вот классная конфетка. Сейчас буду поедать. Ну и все, друзья мои. Водичка выпита. Конфетка съедена. Это было вкусно и очень приятно.